Мариночка, солнышко, здесь нет этого. Я не знаю, ну какая тебе в конце концов разница, кто открыл радий? Я знаю, что Менделеев тесть Блока, и все. Да, давай потом. Заходи. Давай потом, отложим. Хорошо, хорошо, давай, моя хорошая. Ой, батюшки, кто открыл радий? Что? А не хотите ли купить чемоданчик с вопросами для вашей викторины? Ха-ха-ха! Как смешно! Замечательная шутка! Вы так шутите уже четвертый год. Вам самому не стыдно, а? Неправда! Иногда я шучу, что забыл ключик от наручника и не могу его отстегнуть. А потом достаете его из этого кармана и отстегиваете, а? Тупо, глупо, не смешно. Еще и отрываете меня от дел. Да все! Здесь он надежнее, чем в швейцарском банке. Оттягат. Распишитесь. Я не проверяю. Чемоданчик с секретом сдал. Чемоданчик с секретом принял. А не хотите подглядеть? Джекпот, так сказать, сорвать. Так, слушайте, вам самому-то не надоело, а? Четвертый год уже, одна и та же катавасия у нас. То купите чемоданчик, то забыл ключик, то можно подглядеть и выиграть. Я же вот не проверяю, где вы шлялись с этим чемоданчиком. Может быть, там нет ничего, я вам верю. Вы бы сами взяли бы, вот там, где шляетесь, потихоньку подглядели бы и выиграли бы. Еще и мне бы помогли. Кстати, идея. Да вы что? Я, между прочим... Профессиональный охранник. Я, к вашему сведению, тоже спортом занимался, пока у меня ногти не слезли. А теперь я профессиональный лотерейщик. И из-за каких-то копеек я не хочу терять место. Вы понимаете, о каком месте я говорю, да? Да, понимаю. Конечно. Какой-то жалкий миллион долларов. Что? Сколько? Сколько? Да. Мариночка, а сколько у нас джекпот сегодня? 999 999. Спасибо. Нет, просто так. Просто нет. Это доллар, да. Просто доллар. Как доллар. А вот это... 999 999. А вот так уже миллион. Да ну. Бред. Хотя почему бред? Еще яхту забыл. Да. Да. Точно. Хотя я не умею ей управлять. Я не умею управлять яхтой. А, пускай будет. Вы кто? Вот дожил. Узнавать перестали. Сюда, посмотри. Что это такое? Вам изменяет жена? Или просто переизбыток кальция в организме? Да. А это... Я просто с пальмы упал и копчиком ударился. Да ну. Да не может быть. Бред. Вчера что? Что вчера? Водка, шампанское. А потом еще пивком заполировал. Тебя нет. Ты глюк. Ты просто глюк. Глюк. Глюк — это композитор. А я — твои черные мысли. С какой-то стати у меня черные мысли. У меня вот и доллар есть. Здрасте. Приехали. Ты о чем сейчас думал? Я о чем думал? Я думал о чем? О чем надо думал? Я вот думал... Гавайи, пальмы, море, секретарша твоя.
Об этом я не думал. Думал. Миллион долларов с программы стырить, а? Не думал он ни о чем. Ни о миллионе вашем, ни о том, как его стырить. Правильно я считаю? О, проснулась. Это кто еще? Кто-кто? Совесть твоя проснулась. А я, между прочим, и не спала. То есть не спал, конечно. Так, стоп, все, я пошел, у меня жар. Сейчас я выпью. Где? Сейчас я выпью антибадун. Закрою глаза. Взмахну руками. Вот так. И вас не будет. Маши, не маши, а от совести своей. Не отмашусь, я считаю. Нет, я ничего не слышал. Ты слышал что-нибудь? Я ничего не слышал. Главное не смотреть по сторонам. Перестань пить таблетки, мы не от алкоголизма. Да мы всегда с тобой были. Это я всегда был. А некоторые совсем недавно объявились, я считаю. Чего? А кто с ним в третьем классе гнезда разорял? Кто мопед с ним спер? Мопед я вернул. Я его взял, покатался... Потом от страха обас и вернул сразу. Ну, не знаю. Возвращал ты, наверное, уже с этим. Оставь стакан. Сюда идет ведущий твоей викторины. Откуда ты знаешь? Мы все знаем. Так, поставь стакан и улыбайся. Здравствуйте. Слушай, перестань скакать. Не понял. Это я не тебе. На что не соглашайся, это жулик. Закурим? Нет. Спасибо. Правильно. Да я не в смысле курения, хотя это, конечно, тоже вредно. Покурим. Хотя это тоже вредно. Вы ничего такого не замечаете? Нет, все как обычно. Ну, разве что только вот в профиль вам не следует лишний раз поворачиваться. Дружище, ты запомни. Кроме тебя, нас никто не видит. Лучше стрельни мне сигаретку. Дай, пожалуйста, сигаретку, а? Пожалуйста. Целая пачка. Держи. Давай. Курить бросаю. Не обманывай. Не умничай. Помолчите. Я ничего не говорил. Это я не тебе. А вы хорошо себя чувствуете? А? Отлично. Лучше всех. Слава богу. А то я... Беспокоиться начал. Не надо беспокоиться. Чего пришел? Вообще-то у меня к вам серьезное деловое предложение. А, ну, мы вас слушаем. Видите ли, вот уже 4 года я работаю на вашей программе. Буквально за гроши. А призы выигрывают хрен... Извините, конечно, знает кто. Так а какие проблемы, а? Купи билет, заполни, ответь на вопросы, отправь, и получишь приз. Ну, это понятно, но согласитесь, если знать заранее вопросы, то можно и первым отметить на них. Молодец! Жулик! Молодец, жулик! Зачем же вы так сразу? Жулик. Мне, в сущности, нужно, ну, хоть один раз что-нибудь выиграть, понимаете? Ну, я не знаю,
машину, квартиру, дачу, да хоть кофеварку. Мне жена просто... Вот вы женаты? Вот. Слушай, да подари ты ему кофеварку. Чего тебе жалко? Ведь не твое же. Не может он ее подарить, потому что это кофеварка казенная, а не его. А ты помни, один раз оступишься, потом будет не остановиться. Тихо, вы! Сам решу. Ну, конечно, сами, конечно, что? Ладно. Отдам. Отдам тебе. Первый раз за 4 года отдам тебе. Самый простой вопрос. Получишь холодильник? Яйцерезку. Яйцы. Вот, яйцы. Резко. Яйца. Резко? Вот спасибо. Как говорится, так спасибо. Правильно я поступил, а? Слушай, правда хорошо, когда она спит? Ну, выиграл. А ведущий что, не человек, что ли? Он и раньше играл. Так я играл, и семья играла у меня, да? Ну, просто не везло. А ему повезло. До свидания. Отвлекись на секундочку. Отгадай загадку. Угадай, кто я. Ждали, не ждали? О! Ключи от наручников забыл. Теперь не отцепишь. Знал. Ждали, не ждали? О! Ключи от наручников забыл. Теперь не отцепишь. Не надо, не надо. Дальше я все знаю. И про то, что вопросы подглядеть тоже не надо? Не надо. Ты послушай, он про вопросы дело говорит. Грязное это дело, грязное я считаю. Не груби. А я и не грублю. Не имею такой привычки. Прошу расписаться. Это я не вам. А кому? Чемоданчику, что ли? Да, чемоданчику. Я такой шутник. Я с чемоданами разговариваю. Вот ваша... Накладная. Все, идите. Чемоданчик-то этот уже на 3 миллиона тянет. Сколько, сколько? Ну ты даешь. У тебя джекпот уже 3 миллиона. А ты не знаешь. Глянь, сложные вопросы. Вот чемоданчик, между прочим, никогда не заглядывал и не заглядывает. А? Ага. А в прошлый раз? А что в прошлый раз было? А, ты не знаешь? Нет, нет, ничего. У меня чертова совесть проснулась. Нет, нет. Просто он, когда ты спал, открыл чемоданчик, подсмотрел вопрос и подсказал его ведущему. И тот выиграл яйцерезку. Боже мой, ты же был честный человек. Ты никогда себе не позволял открывать чемоданчик. Боже мой, ты же был честный человек. Никогда хватит, не позволял себе открывать. Хватит, ну уж, вот правду говорят, совесть, вот, может, любого вот замучить. Улыбнись, на $100 твоя идет. Почему вчера не был у меня, как обещал? Скажи, что ты семейный человек, что ты был с семьей, женой, детьми. Я был с женой и детьми. И, Ирочка, я, в конце концов, женатый человек, у меня семья. Ты же обещал не говорить при мне про свою семью. Ты что? Ты издеваешься? С ней нужно рвать раз и
навсегда. Ты же семейный человек, посмотри на себя. Это с тобой надо рвать раз и навсегда. Что? Ты собрался со мной порвать? Да ты негодяй. Эй, что мне делать? Что-что, пообещай все, что она захочет. А потом скажи, что забыл. Не обманывай. А, да. Не обманывай. Замолчи, как кашу заварила. Я расхлебываю теперь, Ирочка. Проси, что хочешь, а? Что хочешь. Тогда я хочу выиграть в твоей викторине стиральную машину. Ира, ты ж меня... Это два правильно угаданных вопроса, ну! Я тебе за язык не тянула. Либо ты даешь мне сейчас два вопроса, я выигрываю стиральную машину. Либо больше никогда у тебя не будет моя зайка, моя киска. Ира, Ира, я не могу пойти на сделку со своей совестью. А по-моему, вы со своим новым другом можете пойти на все. Не знаю, я должен подумать, а? Что тут думать? Всего два вопроса и... моя зайка, моя киска, соглашайся. Ладно, уговорила, зайка моя. Да, вот тебе два, вот этот и вот этот. А ответы? Я зайду к тебе вечером. Помогу подготовиться, да. Я жду. Боже мой, какая ты вертихвостка! Тебе дороже родной совести! Слушай, знаешь что? Я эту вертихвостку знаю третий год. А тебя я вижу второй раз в жизни. И удовольствия не испытываю. Вот молодец! Вот убрал! Ну, выиграла, а как? Стиральную машину, да, хорош. Да, я ее не знаю, это, наверное, просто прохожая. Со мной видели? Слушай, рога вянут, хватит оправдываться. Посылай их куда подальше. Не вздумай, я тебе говорю. А я тебе говорю, посылай. Слушайте, идите вы, знаете куда? Как вы надоели уже, а? Алло, ты... Повесили трубку. Да из-за вас все. Ждали, не ждали? Свежие шутки. Не хотите ли купить вопросы для следующей викторины? Не хотите ли купить вопросы для следующей викторины? Скажи ему хоть раз, что не хочешь. Не хочу. Спасибо. Сегодня мне вопросы не нужны. Как не нужны? Я же их сюда нес. Я рисковал жизнью, это моя работа. Немедленно извинись перед инкассатором и скажи, что это дурацкая шутка. Это была хорошая шутка. Действительно, шутка неплохая, я поверил. Вот. Запишите эту шутку в свой арсенал. Вот нервы у человека, а? Джекпот уже 5 миллионов, а ему хоть бы что. 5 миллионов долларов. Сколько это? Это целая коробка из-под ксерокса. 5 миллионов баксов. Сколько это, а? 5 миллионов? Ну, это примерно коробка. Вот как из-под ксерокса. Знаешь что, некрасиво это, не поздоровавшись с человеком, разговор о деньгах заводить, я считаю. Слушай, я считаю, не суйся в мои дела. Что? Да ты с кем разговариваешь, а? Да я тебя кормлю, пою, паршивец, а ты мне не суйся. Да здесь все на мои деньги. Ты на мои деньги шоу делаешь. Ты лучше, паршивец, скажи мне...
почему у нас в викторине народ стал призы выигрывать? Скажи, что повезло. Успей брать! Слушай, отстань, а? Повезло. По теории вероятности. И потом это мелочь. Ну, чтобы яйца резко. Курам насмех. Резать-то яйца, а? Или стиральная машина-то. Там совсем уж забавно. Я понял. Теория хорошая. Раз такая теория пошла, в следующей викторине должна выиграть моя... Ну, неважно, жена, скажем так. Вы это к чему? А это он к чемоданчику. О! А, это про вопросы опять? Да-да, про вопросы и про ответы. Три вопроса, три ответа. И один автомобиль. По-моему, я догадываюсь. Это все не ты! Это все его рук дело! Моего? Ручки-то вот они. А, так что, нужно открыть чек-трак? Чемоданчик? Открыть чемоданчик. Все, все, я ухожу. Слушай. И теперь ты остаешься один. Ты бессовестный теперь человек. И уходи, уходи. Ты испугал. До свидания, до свидания. Да-да-да-да-да-да-да. Не надо кипятиться так. Сначала вопросы, потом до свидания. Пожалуйста. Вот теперь вижу, шоу пошло. Не зря деньги вкладываем. Стараемся. Ты смотри, не перестарайся. Не, ну ты чувствуешь, как без совести хорошо. Послушай, стоп! Не надо слов. Я все понял. Ты тоже хочешь открыть чемоданчик? Да, ну... А как же без тебя... Тай-тара-ти-тара-тара-тара-тара. 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 Эй, Макарена! Кто не рискует, тот не танцует. Да, все, сомнения прочь. Где ключ? Ага. Все. Ты какая Болгария, какая Болгария. Гавайи, только Гавайи, два билета, да. Ты поедешь? Я? Ну... Три билета. Что он сколько стоит? Да меня не волнует, сколько стоит. Я когда перезвоню? Через час, хорошо. Ай-яй-яй, пропустим, пропустим, пропустим. Ай-яй-яй, пропустим, пропустим. Сейчас узнаем фамилию победителя. Определился сегодняшний победитель нашего супер-шоу. Этот человек получает сегодня 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов, друзья. Публика приветствует, приветствует победителя. Победителя в студию. Победитель в студии. Вот он идет. Как в студии? Нет, я здесь. Вот он наш сегодняшний победитель на уровне 10 миллионов долларов. Этот супер-миллионер сегодняшнего дня. Мы приветствуем его в нашей студии. Ha 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 ha